Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Сейчас родился нам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли. И вот, увидев на небе новую звезду, поняли, что предсказание древних сбывается, и решили отправиться за ним. Звезда, словно живая, двигалась по небу, зовя их за собой. И привела она их в Вифлеем и остановилась над тем местом, где был младенец Христос. Обрадованные волхвы вошли в дом, пали перед младенцем на колени и поклонились ему, а потом принесли ему в дар драгоценные сокровища – золото, ладан и смирну.